Среди всех задач – повышение уровня знаний населения в области науки, образования, культуры и других сфер. Это задача, которую ставит перед собой одноименное российское общество. Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание возглавляемого им наблюдательного совета. Рязанская область активно включилась во всю эту работу. И первая задача – это вовлечь как можно больше людей в этот диалог, людей разных поколений. При этом будем опираться на стратегические цели, которые обозначил наш президент. И будем добиваться результатов. Павел Малков подчеркнул, что в этом году обновился состав регионального отделения. Также сформированы руководящие органы, значительно активизирована его деятельность. Благодаря этому соглашению продолжится развитие просветительской деятельности. Будет реализовано много новых совместных проектов. Внедрят в практику современные методы и формы работы. Решение было о перезапуске старейшей просветительской организации как никогда своевременно. Сегодня у нас роль не только просвещать молодежь, просвещать население, но и у нас особая миссия. Мы, по сути, боремся за умы нашей молодежи, за умы нашего подрастающего поколения. На заседании обсуждались вопросы развития деятельности общества знания в регионе. Приняты предложения по взаимодействию с органами власти, муниципалитетами, участию предприятий и организации регионов в просветительских мероприятиях. Председатель регионального отделения Андрей Кашаев отметил значительное количество проведенных мероприятий и реализованных проектов, масштабные планы на будущее. По его словам, постоянно расширяется круг учреждений, общественных объединений, которые сотрудничают с региональным отделением. В том числе к проведению лекций для молодежи приглашаются участники СВО.